Всем здорово! С вами, как всегда, Wild Review. Мы много говорили о самом казино. Настало время посоветовать вам книги, которые помогут вам лучше понимать психологию азарта, выигрывать и не сорваться. Начнем с книги «Азарт» от писательницы Ивоны Хмелевской. Это своеобразный путеводитель по миру азартных игр. В этой книге нет техник игры в бридж и покер, но есть описание техники в игровые автоматы, рулетку, кости, 21. Автор дает ценные советы на основе своего собственного опыта. Еще в книге кратко описываются некоторые казино Польши и Франции. Переходим к следующей книге. «Таверна трех обезьян» под авторством Хуана Баса. Данная книга – это собрание новелл различных жанров, таких как мистика, фантастика, детектив, эротика, вестерн. Но все они объединены одним действующим лицом – покером. Книга открывает нам глаза на то, что правила покера, и в том числе блеф, не отличаются и от правил самой жизни. Это и позволяет совместить все истории под одной обложкой. Третьей книгой в нашем списке стал роман автора самого крестного отца Марио Пьюза под названием «Дураки умирают». Вся жизнь главных героев – это погоня за удачей, большая игра, и ставки в ней очень высоки – счастье, дружба, любовь. Представьте себе казино. Яркие огни, звуки игровых автоматов, звон монет, дым дорогих сигар. Именно в такой атмосфере мы встречаемся с главным героем книги, а за дальнейшими поворотами его судьбы вы сможете наблюдать дальше сами, ведь никто же не любит спойлеры. Четвертая книга заставляет нас вспомнить о русской классике. Это «Игрок» Федора Михайловича Достоевского. Весь роман – это игра, страсть, фарс. И хоть с момента написания прошло уже более полтора века, его тематика не теряет своей актуальности и в наше время. Главный герой считает, что сможет стать счастливым только с помощью победы в рулетке. Но разве в деньгах счастье? На этот вопрос и помогает ответить данная книга. И в заключение поговорим о книге, которая поможет вам справиться с игровой зависимостью, если вы уже в ее власти. Она так и называется «Как избавиться от зависимости к азартным играм». Автор Дмитрий Джулиус. Рассказывает он про избавление от этой тяги на примере собственной жизни. Ему понадобилось целых 10 лет, чтобы достичь просветления. У вас же это время может сократиться до нескольких вечеров прочтения данной книги. А на этом у нас все. Желаем удачи. Читайте книги, выигрывайте, но помните, что нужно держать себя в руках. Всем пока!